Привет, друзья. 4 сентября 2022 года. Успел на остатки кишмиша столетия. Почему на остатки? Ну, уже вырезается в полный рост. Готов. Как обычно, такие вот некрупные симпатичные грозди. 500-700 грамм. Полностью уже вызревший. Убил пару листьев. Смотрите, видите, гребень уже начинает до изгиба, излома древесине, значит, уже у нас ягода 100% готова. Вот она плотная. Одной рукой разрезать неудобно, буду надкусывать. Она первый класс без семянности. Она с приятным мускатным привкусом. Ну, столетие в своем репертуаре. Причем я уже как-то отмечал, друзья, по кишмишам, что столетие как раз относится к тем сортам, которые надо грузить. Все, что завязывает, все оставляем, все тянет, все красиво, красиво себя ведет. Угу. Да, мускатик очень нежный, такой ровно приятный, как я называю. Обращайте внимание, это только здесь. Вот у нас повреждение. И вот повреждение. Это не вот такие, это механические повреждения. Вернее, не механические. Вот еще. Это трипсы захулиганили. Есть такая тип насекомых. Сейчас говорим за столетие. Уже заканчивается выборка. Очень приятный желтый цвет. Вот так в панораме. Здесь уже первый раз проходились. Кое-какие кусты оставились на добавку. На догонку. Ну, посмотрите, это ж. Ну, просто это, во-первых, красота. Желтый приятный цвет. Ну, такой с легкой лимонностью, наверное. Загара нет. Неважно. На солнце он, не на солнце. Ехидного такого загара, который портит зачастую такой цвет, нет. Ну, и, ребят, ну, посмотрите, это размер. Ну, здесь где-то полкило, это точно. Вот он просто приятный в размере. Он аккуратная такая гроздочка. Ягода плотная. Она по транспортабельности очень хороша. Здесь под Тирасполем, друзья, очень много ребят, которые в столетии, что называется, души не чают. 300-400 грамм грозди. По 2-3 грозди на побег тянет. И выходим на хорошую урожайность. Вот типа загара. Но здесь больше пострадал из-за того, что пруин сначала был стерт листом. И потом уже ложится вот такой вот загар. Если лист не достает, не трет, никогда такого загара не будет. Вот смотрите, краешек ягоды доставал лист, он его натер. Ну вот, в тех же самых условиях на солнышке полдня. Листья не трут, все нормально. Ну, красиво, красиво. Рекомендую смело. Кишмиш столетия, первый класс без семянности. Красив, вкусен. Да, и кишмиш, кстати, если сушить изюм, из него тоже неплохой. Да, друзья, пару слов все-таки о столетии по урожайности. Многие заявляют, что 400, 500, 600 грамм гроздь – это как бы не урожай. Ну, ребят, давайте этих 400-500, это по 2 на побег. Да, это нормально все у нас выходит. Ну и так, чтобы уже наверняка, ну, хорошо разогнанные кусты, ну, наверное, тистого края, все равно выдают гроздь. Вот сейчас спичечный коробочек, к сожалению, я с тенистой стороны, она будет обойти. Вот это одна гроздь, с той стороны еще одна, это на один побег. Рядом на побеге еще одна такая же. Ну, ребят, ну поверьте мне, здесь за килошку наглядно. Ягодку сорву. Все помню, да? Размер спичечного коробка 3 на 5. Ну вот здесь смелых 2,5 в длину. Напомню, что это все-таки первый класс. Первый класс, рудимент. Он очень-очень-очень маленький. 1, 2 половинка. Это приятный вкус. И достаточно плотная мякоть. Приятно. Сейчас я обойду этот куст, покажу с той стороны солнечный. Эти же грозди, он спичечный коробочек мой. Ну, уже с солнечной стороны.
Ну, вот она так вот, с двух крыльев. Получается один. Одна гроздь. Вот вторая гроздь с той стороны. Блики солнца. Причем кустик достаточно мощный. Нет, не говорю, что они все однородные. Вот такие заваленные кабаны. Есть что-то и поменьше. Но в целом, друзья, ну, смотрите размер. Здесь длину сантиметров 25 до 32. Опять красавец. Два. Вот, красавцы. Два. Ну, два соцветия, две грозди, соответственно, на побег есть. Ну, все равно он свой урожай берет. Посмотрите. Ну, ребят, ну здесь железный килограмм есть. Ну, красавец. Пока все, друзья. Всем мира и добра. До новых встреч.